Мы в зеленом. Всем здравствуйте. Пластиковом. Раю. Пластиковом. Ну, зеленом. Да, привет. Мы в нижнем. Почему-то мне очень захотелось снять растения в горшках. Дим, не знаешь почему? А мы его ни разу потому что не снимали. И только вот в новинках указывали, не более. Ну, да, штучки такие, да? В общем, сейчас мы с вами будем работать следующим образом. Показываем все, начиная от маленьких, заканчивая большими. Обзор минут на 30-40 не меньше, потому что горшечных у Икеи много. Поэтому готовим чаёк, печеньки. Показывать буду цветочек, говорить диаметр горшочка, чтобы вы понимали, какой горшочек вам нужен, и говорить цену. Артикул, ребят, здесь не получится, поэтому кому для интернет-заказу, ищем сами. Пойдем оттуда начнем. И как сами вы могли бы уже заметить, все они идут без упаковки. Да, без упаковки раз и два. Без горшочка дополнительного. Да. Имейте это, пожалуйста, в виду. Но раз уж я подошла вот к этой фейке, домашней для улицы, подвесной эвкалипт, кстати, все растения можно использовать и на улице. Дим, твоя задача максимально близко показывать. Моя быстро не трясти. Тихонечко, тихонечко. Блин, как-то надо, давайте мы сейчас вот так вот начнем. Задача листик показать крупный. Да. 379 рублей, 9 сантиметров в диаметр. Цвет не насыщенно зеленый, он такой как приглушенный. Вот как это будет выглядеть. Но это для таких любителей, как я, кто не любит возиться с живыми цветами. Так, следующий наборчик из трех штук. Новиночка, фейка. Три штучки. Кстати, сделаны они все в основном в Китае. Три горшочка, то есть вот такие малыши, они уже идут в горшочках. Чтобы вы понимали размерчик, вот моя рука. Дима фокус настраивает. И вот в такой упаковке это дело продается, то есть они не зажаты сверху коробочкой, а снаружи. А жалко, на этикетке не написано, но очень похоже на суккуленты. В общем, здесь три вида растений разных. Кто тут на монстеру смахивает? 429 рублей, три штучки в наборе. Есть подобные фейки суккулент. Можно грядочек, пожалуйста, их выставить? Попадали бедологи. $399, они тоже в горшочках. Это мини-фейки. Какие сочные. Ага, фокус никак не придет. Приди, волшебный фокус. Нет, а здесь неправильно, Дим. Вот как должно быть. Вот такой длинный. А ее кто-то скомунякал. Хорошо, будет так, давайте. Какая у вас картинка, Дмитрий Юрьевич, вкусная. Я боюсь, немножко темновато она будет. Угу. 400 рублей набор из трех штучек. Горшочки по 6 сантиметров. Так, здесь у нас распродажка. Остаточки. Вот такая пилея. Вместо 900 рублей всего 400. Горшок 12 сантиметров. Вот это пилея. Высота растения 40 сантиметров. Поймал? Вы только не трясите. Следующий пациент. Пятнистая герань. 200 рублей вместо 500. Сейчас по акции. Высота 29 сантиметров общая у растения. Имейте в виду, есть у икеевских цветочков вот такой нюанс. Линяют, да? Да, линяют. Сбрасывают к осени. Цветная крапива. У бабушки на Урале, Дим, таких много было. 350 рублей вместо 600. Высоту растений как бы мне посмотреть. Кстати, свежак 13 января 2020 года изготовлены. Только диаметр 12 сантиметров. Если это 29, наверное, только около 40, наверное, да? Да я бы 30 сантиметров дал бы. Нет, вот это вот пилея 40. Угу. Они одинаковые по высоте, да? Нет, это пониже. Нет, я вот про пятнистую. Я помню. Угу. Так, пятнистую показали, эту показали. Ой, господи, сейчас будет ломание языка. Мюлибей
IKEA. Бесплатно не надо, не то что за деньги. 400 рублей вместо 600. Такой вот наподобие бамбука, маленькие листочки зеленые. Веточки коричневые, плавно переходящие в зеленые. Веточки тоже имеют свойство линять. Поставьте вот туда и не двигайте. И не линяйте, да? Да. Сейчас мы линьку прекратим. У кустика. Полу, Татьяна. Ну, сюда. А, пожалуйста. Тело, лес. Тихо-тихо-тихо. Фокус, фокус. Фокус-мокус. Слишком близко. Классика вечная. Хит. Всех хитов. Фейка. Искусственное растение 9 сантиметров в диаметре. Это такая трава. Кушать ее не надо. Кошакам кушать давать тоже не надо. 279 рублей. Высоты общей нет, только на сайте. Опять, если Дмитрий Юрьевич будет при обработке... 11 сантиметров. 11, да? По памяти. Должно быть. Да нет, ну блин, больше. Линейку возьмите бумажную, и будет вам счастье. Нема. Так, я, конечно, погорячилась касаемо высоких каблуков и третьего обзора. Я уже хожу кое-как, ну ладно. Фейка. Искусственное растение папоротник. 999 рупий. 15 сантиметров горшок. Кстати, смотри, дай покажу нюанс. Угу. Все фейки вот в такой основе. То есть это выглядит так, как будто земля. А снизу бляшка бетона. Бляшка бетона, да. Дим разбирал. Было очень интересно. Высота растения 41 сантиметр. Горшок 15 сантиметров. 1000 рублей. А, так, дальше. Ой, смотри, тебе прямо на подставочках. Нет, вот так. Розмарин. 379 рублей. 9 сантиметров диаметра. 22 сантиметра общая высота. Он тоже не насыщенно зеленый, немного приглушенного оттенка. Будем как красиво. Нет, темная картинка. Можно я буду просто стоять и гладить цветочек. Дальше. Фейка. Со. Лейролия. 20 сантиметров. Я преклоняюсь перед обзорщиками, которые про живые цветы рассказывают, про садоводов. Угу. А, так, высота 20 сантиметров. Такой вот маленький зеленый листочек. Очень на ряшечку похож. Из плюсов. А вот так... Это что, какой вот дождик, да? А зеленые растения особо не выцветают. Очень легко выходит. Вы просто их сполоснули и все. Ой, у нас уже давненько, лет 10, наверное, первому растению, да? Да. И соседка все прикалывает, это возрастная уже дама, тогда уже в возрасте была, проходит и говорит, ну что ж ты делаешь такое, у тебя зимой и летом пион на подоконнике цветет. Так, это у нас душица, 379 рупий, 22 рубля, 22 сантиметра высота. Ты чуешь, что я говорю? Да какая разница? Говори. Говори. Смотри, переходы цветовые от светло-зеленого к такому чуть потемнее и темно-зеленому. И красивый продолговатый листочек. И он прям такой мясистый даже кажется. 379 рублей. Дальше душица. Нет, чабрец. Чабрец тоже переходы от светло-белого к такому зеленоватому и темно-зеленому. 9 сантиметров горшок, 22 сантиметра высота. 379 рублей. Фейка суккулент. Сейчас он по распродаже 199 рублей. 12 сантиметров общая высота. Выглядит прям вот как суккулент настоящий. И растить не надо. А за 199 рублей вообще сказка. Мне кажется, мы за эту распродажу просто бешеное количество перевозили. Их куда только не берут. Вообще цветы искусственные, киевские, очень-очень популярные. А в плане вот из-за того, что они не выцветают, они легкие в уходе, они красиво смотрятся. Вот давай поставлю в самый бюджетный горшок 139 рублей. И няшка. И няшка. Няшка-вкусняшка. Так, дальше ползем. Самая бюджетная фейка. 6 сантиметров диаметр, маленький суккулент. Общая высота 14 сантиметров, так что никак не могла твоя фейка быть 11, она, думаю, около 20. Всего 79 рублей данная малюточка. Горшочек сразу беленький, соответственно, горшочек допом покупать не надо. Дальше. Маленький папоротник 600 рублей. Очень красиво смотрится. Иногда его вот как-то так декорируют, поджимают и делают более высоким. Реально ощущение дождя на улице. Ну, это не это, как внутренний климат. Ну знаю, да, что-то такое. Так, высота не прописана, к сожалению. Здесь тоже. Поэтому, ну, я думаю, сантиметров 30-то будет. 599 рублей. Листики тоже переходами от темно-зеленого к более светло-зеленому.
И пыльные до жути. Новинка. Аспарагус. Тоже бабушка выращивала. А вот она как раз и есть, вот то, что ты с краешку взяла? Нет, это вот отсюда. Угу. То есть это нужно будет все равно там снимать. Вот. Аспарагус 9 сантиметров, диаметр. Высоты общей, к сожалению, нет. 379 рублей. Очень красиво смотрится. Аспарагус раньше в букеты добавляли. Да, я думаю, сейчас добавлять продолжают. Так, нет, Дим, здесь не вариант, потому что ценники неудобно. Давай вот это снимем. 179 рублей. Аралия. 9 сантиметров диаметр. Общая высота не прописана. Такие классные листочки. Прям как настоящие. Даже по ощущениям. Убираю? Дальше. 349 рублей вместо 500. Называется, друг, филодендрон. Я не сильна в растениях. Это не моя сильная сторона. Прокачивать ее не собираюсь. Цветы не особо вообще люблю. Поэтому... Вот Татьяна Павловна просто даже пластмассу умудряется загнивать. Такого, конечно, не было ни разу, но мужу виднее. В общем, филодендрон по распродаже 349 рублей. Горшок 12 сантиметров. Цветок визуально, ну, сантиметров 40 будет суммарно. Так, дальше вот такое вот искусственное растение в горшке. Нет, это что-то другое здесь спрятано. А, вот, 399 рублей. Плющ-дуга. Кстати, классно смотрится. В горшок поставить вообще красиво. 12 сантиметров, высота 40 сантиметров. Можно даже как мини-елку еще использовать. А, вот они где. Фейка. Пеперомия. Если я сегодня язык сломаю, муж, не обижайся. 279 рублей. Такой полувьюночек. И листики, смотри, сердечками красивые. Плющ. 500 рублей. Горшок 12 сантиметров. Смотри, какая красотища. Тоже очень красивые листики, цветовые переходы. Листики можно протирать, спокойно ставить под душ. В общем, честно, я люблю икеевские растения, вы уже поняли. У меня к ним претензий нет. Моя задача была просто показать. Дальше смотри, что появилось. Бонсай. Очень красиво. 279 рублей. Блин, какая интересная штучка. Дим, надо такую цапнуть. На твой стеллаж. Нет, я на стол поставил. Мне долго стоять-то? Все, можно. Так, дальше. Фейка, трава. 99 рублей. 6 сантиметров. Тоже интересно смотрится. Уже в круглом горшочке. И очень сочная. Обалдеть, как красиво камера снимает. Это просто телефон. Хороший мониторчик. Да? Так, а дальше. Я вот здесь иду, чтобы не потеряться. Олеандр. 429 рублей. Тоже необычный для Икеи размерчик. 9 сантиметров. Горшок, кстати, уже не нужен. Имейте в виду, в последним трем цветочкам горшочек уже дополнительно не нужен. 429 рублей. Такие вот листики, как лаврушечка. О, меловый кактус. 279 рублей. 9 сантиметров диаметр. Следующий кто у нас? Следующая пятнистая. Вот рядышком, рядышком. Камеру наводи. Вот. Не-не-не-не, это показывали. Вот, в пятнах. Это бегония листовая. 499 рублей. Дим показывает, я ее с другой стороны рассказываю. Листики прорезинены, очень удобно будет протирать. Выглядит прям вообще как настоящие. Вот, ну, семеро слепых не отличаю. Только листья более-менее так вот расправить, чтобы они естественно не смотрелись. Так, плющ мы сняли. А дальше вот такой надо бы прикупить. 500, 600 рублей был, стал стоить 300. Последние два дня скидка. Ассорти. Ассорти, да. 12 сантиметров диаметр, высота, к сожалению, не указана, но тоже сантиметров 40. Здесь много разных товарищей, напиханных в один. То есть можно такой, как
Кока-кола букетик красивый. Среди красивого весеннего разнообразия затесалась обычная зеленая классная елка с литыми иголками, 700 рублей. Про нее рассказывали в новогоднем обзоре, который снимали в Икее Краснодар. Елки у Икеи обалденные, то есть каждая иголочка отдельно литая. Поэтому у кого елки такой нет, рекомендую цап-царап сделать. Фейка 15 сантиметров, эвкалипт, 1500 рублей, 65 сантиметров общая высота, 15 сантиметров диаметр горшка. То, что говорю, первые цифры вот такие маленькие, 15, 9, 12, это диаметр горшка. Опять осень настала. Листики интересные, бархатные такие, нежненькие. Так, дальше. Фикус Бенджамин на экзотика стебель. 899 рупий. Нету его тут. Вот он. Ага. А это? Ой, вот это, честно, была моя мечта. Очень долго. Они прям безумно капризные. Осыпаются, и вот, наверное, я его возьму, поставлю и буду радоваться, что я вырастила целый фикус. И вышли потом муж попробовать сказать, что у меня цветов дома нет. Ну, через годик посмотрим. Фейка 12 сантиметров, смоковница. Интересное название. А, это со смоковницей листа лица. Больше никакой информации нет. Кроме того, что она мне прилетела в нос. Вообще смоковница имеет свойство линять, один уже листик отвалился, листики такого прям прорезиненный пластик, очень легко будет мыть и ухаживать. Красиво смотрится стебель, как настоящий. Это одна из моих любимых феечек, 849 рублей, лаванда, сиреневый, смотрится очень красиво, когда особенно много ставит кучкой. Высота 48 сантиметров, 850 рублей, зараза, иногда бывает по сейлу. Так, это вот какашка ма. За 2000 рублей покупать не надо. Офисный вариант, очень популярный. Офисный вариант, очень популярный. Безумно гнется, ломается, выдирается. Имейте, пожалуйста, это в виду. Поправить не получится. То есть, если поломали, напоминает такую тонкую проволоку шуршащую. Но беру. Красиво смотрится, когда надо вот как-то вот живую изгородь сделать. 2000 рублей. 43 на 7. 28 сантиметров длина. Так, здесь все. Дальше ползем. Ой, вот эта вот любимая понёшка, фейка, из нее она соединяется между собой. Размер 26 на 26. Где? Вот они, дырочки. И их можно соединить между собой. Таким образом сделать зеленую стенку красивую. Угу. Так, это показывали, пойдем туда. Какие новиночки классные появились. Ёжик. Ёжик. Так, погнали. А это кашпо. Подожди, надо как-то их найти по ценникам. А, вот она есть. Нет, вот только. Так, ладно. Сейчас разберемся. Это мы уже показывали. Значит, герань розовая 899 рублей. Безумно красиво смотрится. Почти как настоящая. 38 сантиметров. Высота 12 сантиметров. Диаметр горшка. Я все-таки хочу найти ту коротышечку цветную. А, она вон дальше будет. Так, дальше. Большая фейка. Смотрите, орхидея. Даже корни мягкие. Вот как живые. Они прям эластичные. Только это не капризный товарищ. Не облети, не упадет. Смотрится, правда, вот живой-живая. 65 сантиметров. Высота 12 сантиметров. Смотрите, как красиво, стильно. Здесь тоже все довольно-таки эластичное. Подвяз, все как надо. Вот прям вот орхидея. Дальше новый цветочек магнолия. Интересно, что-то Икея в сторону востока потянула. Нераспущенная магнолия, распущенная магнолия. 500 рублей, 9 сантиметров горшочек. Высота так сантиметров 25, наверное. Не указано. Так, ой, смотри, какая прелесть. 89 рублей. Это водная лилия. Очень красиво смотрится. Пластиковый такой постаментик. Как на кучке земли растет три листочка и цветочек. 89 рублей. В качестве какой-то даже презентульки мелкой. Даже Дима удивился. А фейка роза-розовая 800 рублей.
12 сантиметров диаметра, высота растения 48 сантиметров. Тоже очень красиво смотрится. Есть не распустившиеся бутоны, закрытые бутоны совсем и уже полностью открытые. Все такое мягенькое и нежненькое. Единственное, что вот эти краешки рекомендую либо подрезать, либо аккуратно подпалить, чтобы выглядело прям совсем живым-живым. А, так, 279 рублей, мак красный. Конечно, не красный, но оранжевый. Да, мачок какой-то малышольный. Такой вот мачок. Это мы вам показали. А дальше фейка. 3 штучки в наборе. 900 рублей. Но я считаю, все-таки дороговато. Ну, по 330, да? В принципе, с цветочками, когда украсить помещение нужно. Но опять здесь мухлёж. А, нет, их... Нет, вот. Смотри, должна быть розовая. Розовая есть. Вот, пушистик должен быть. Спустись. Пушистика нет. Тут опять уволок. Да. Попал? И то, что я искала в самом начале, 499 рублей стоит. И это у нас лютик розовый. На люпина очень похож. Зелень, цветочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цветочков. Маленькая орхидея. 499 рублей. Давай ее достану. Тоже очень натурально выглядит. Резиновые корешки. Цветочек, листики. В общем, это для тех, как я, кто не хочет выращивать цветочки. Но муж требует цветочков дома. Я не требую. Требуешь? Нет. Пойдем. Так, здесь чуть-чуть сейлы еще покажем. Значит, рождественская звезда стабильно попадает в распродажу. Два вида, белая и красная, это по абсенте. А, высоту сантиметров 15-18, 6 сантиметров горшочек, можно поставить вот так в любой маленький подсвечничек. А дальше еще одно интересное растение, 499 рублей, рождественская роза, 81-я, ну-ка дай-ка гляну артику. Да, она рождественская роза называется, новый для меня цветок. Тут пластиковые элементы, тут тоже пластик и листочки, ну, как-то средние. Интересно, что вообще за цветок, живой бы его посмотреть. 12 сантиметров горшочек. Так, это мы показали. Дальше. За 599 рублей. Не написано, кто. А, ну это не кто, это микс. Здесь и лаванда, здесь и вьюн, и лютики. В общем, все на свете напихано. 600 рублей, 12 сантиметров в диаметре. Так, это рождественская звезда бедная падающая. И вот такой наборчик за 249 рублей. Георгинчики маленькие, продаются вот в такой коробочке. Беленький горшочек. Здесь три цвета георгинов. Розовые, темное бордо и такое вот беловато-розоватое. Дальше рождественская звезда. Дим, есть еще большущие. Тебе где удобнее снять? Вот, давайте, пожалуйста. 349 рублей, 12. Нет, ты в красном, так это сливаешься. Ушла. Меня слышно? Угу. 12 сантиметров горшок. Красивые красные листья, это по абсенте только большого размера. Для тех, у кого по абсенте с живой дружбы не получается, вот аналог. И есть еще белые, они все сейчас по 349 рублей. Так, дальше новинка, это уже к лету, фиалочки. Красотища, но как-то грубовато нанесено. Я ожидала лучшего. На сайте смотрится краше. Три штучки, 6 сантиметров горшочек. Не знаю, давай поближе получится у нас. Показать это. Зафиксировал? Да. 349 рублей. Вот она. Рождественская звезда белая. Дальше фейка розочка. 9 сантиметров. Высота 20 сантиметров. Красивенький нежненький цветочек. За 1300 гид. Ранге зеленые, очень красивый. Вообще вживую безумно, Дим, красивый цветок. Я хочу Алене на 1 сентября букет из них. Наша Алена в этом году идет в школу. Ха-ха. Может, куда-нибудь на свет? Давай так. 15 сантиметров, ну, высота под сантиметров под 40 будет. Так, у нас остались большие. Будем их в этот обзор? Будем. Ну, давай. 2500, фейка. А можно вытушить? Кусты розовые. Ой, тяжелые.
19 сантиметров, камелия, называется розовая, выглядит как живой, сохраняет привлекательный свежий внешний вид на долгие годы. Красивый очень. Жалко, высота общая не указана, чтобы хоть понимание высоты было. Ну, да. Я, наверное, каблук 10 сантиметров, я сейчас 1,80 м. Мерите. Ну, высокая, в районе метра будет, да? Угу. Так, вот эти давай сразу. Ценник ну, есть? Ну, вытаскивать не будем? Не будем. Искусственное растение, пальма, 5000. Диаметр 24 сантиметра. Пылище на листьях, страх божий. Похоже, редко ее убирают. Но выглядит прям вот пальмой. Кто хочет почувствовать сафарик, пожалуйста. 3400. Растение, цветок вишни-розовый. Диаметр 19 сантиметров. Очень красиво смотрится. Можете вытушить. В один цветочек мы сейчас попробуем поймать фокусом. Возвращаем. Так, дальше монстера. 2300 стоит. Единственное, что здесь нужно, ее будет разворачивать, потому что они продаются прям в кучу, скученные, и неэстетично смотрится. Горшок 19 сантиметров, больше, высота 90 сантиметров. Так, еще вот такой стебель самшит, 1700, 15 сантиметров горшок. Вообще красивое, да? Ну, что так? Дим, ты уж рядом стоишь, покажи, пожалуйста. 2000 рублей, бамбук для улицы, 12 сантиметров горшок, 63 сантиметра общая высота, 2000 рублей. Очень сложноватый в уходе в плане протирания, то есть его либо только под душем мыть, и то целиком не промоете. У меня у супиона, по-моему, такие листья, цветы, что вот похожая ткань. Так, орхидею большую мы уже показали. Так, фейка. Длинный, огромный. Дим, извини, доставать не буду. Как быль? 21 сантиметр. Фикус Бенджамина экзотика. Они все запакованы. Как тебе достану? А может, тебе как раз тебе собрать коллекцию? Чего? Из этого фикуса. Большой, средний, маленький. Не надо, спасибо. Когда зал будет больше? В два раза? Можно. 36 квадратов. Да. А, смотри. Стебель прям под натуралку, то есть здесь и срезы, здесь и какие-то как болячки у дерева. Вот, листочек давай покажу. Не получится. Я, конечно, расчехлю, но как потом его зачехлять? А надо со стороны горшка обратно делать. А мы свернем и положим. Очень приближен к натуральному. Прям красиво смотрится. Детализация очень хорошая. Убираю? Да. Дальше 5000 фейка. Хавея Форстера. А 20... мы ее покажем, вот, 2... не будем вытаскивать. Вот, на 23 сантиметра диаметра горшка. Вот она, форея Форстера. А, кстати, и фикус-то не надо было, он вон расчехленный есть. Показывай. Я смотрю на него. В принципе, это уже последние цветочки. Еще там парочка у нас есть. Пока Дима вам наглядно сделает, я... доковыляю. А нет, все, это последние цветы. Вот такой сейчас по распродаже 1300 вместо 1800. 15 сантиметров. Высота, к сожалению, не указана. Такой большенький. Как зовут тебя хоть? Герань. Герань большая.
Так, пальму показали, показали. Это как раз герань. О, Дим, еще один цветок. Но я... А, вот он. Самшит. 3 400, 19 сантиметров. Уже большой самшит. Не маленький самшит, а большой самшит. Тихо. Не серебонько. В принципе, с искусственными растениями мы закончили. У нас, конечно, есть еще срезанные растения у Икеи искусственные, но мы про них отдельный обзор снимем, иначе получится очень долго. Это все-таки растения, которые все в горшках. Друзья, вы мое мнение уже услышали. Мне очень нравятся искусственные растения у Икеи. Они надлежащего качества, они адекватно стоят, они очень красиво выглядят. Поэтому... Кто со мной согласен, пишите. Кто не согласен, тем более пишите. И очень важны ваши отзывы. Ну и стандартно. Лайк, дизлайк, отписка. Колокольчик. Меня слышно? Колокольчик. Все, друзья. На сегодня у нас, наверное, все. Мы устали с дороги. Мои лапы на каблуках устали тоже. И мы поехали смотреть ваши предложения по будущим обзорам. Да. Все. Пока.